А здесь вот в нашем лесу, недалеко от дома, снесли лавочку. Стояла тут лавочка совсем гнилая. Вот остались только пеньки. Это у нас сегодня 8 августа. Так что, наверное, на этой неделе еще, может быть, даже поставят новую лавочку. И вообще, вот здесь вот тропинка была очень узкая. Сейчас вот эту тропинку маленько пошире сделали. Вот. Ну, в смысле, кустарник пообрубали, выкосили и посеяли этой крошкой. Вот такая вот крошка называется щебенка. Потому что здесь была грязь жуткая. Вот. Ну, а насчет лавочки посмотрим, когда ее поставят. Конец.